Первый в мире альбом украинской классической музыки презентовали в Киеве. В сборник «Consolation», что в переводе означает «утешение», вошли 15 треков. Это произведения известных и малоизвестных украинских композиторов, которые жили и творили в 19-20 веках. Альбом записала шведская студия «Beast Records». Исполнители – украинско-шведские музыканты мирового уровня. Це надзвичайно різна музика, і деяка, наприклад, має дуже чіткі впливи фольклору, а деяка просто космополітична. І тому ми взяли все, що стосується національної романтичної школи. В альбом вошли композиції представителі української романтичної школи. Її основателем вважають Ніколая Лисенка. Майже всі композитори, які розвивали цю національну школу, вони дістали свою освіту на Заході. І тому ця школа об'єднує, власне, західне традиційну класичну традицію з українським фольклором в деяких випадках, а просто, напевно, з українським ментальністю. Вошли в сборник также и произведения современных композиторов Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Николая Колесы и других. Всех их объединяет то, что их преследовали советские власти. Кого-то сослали в Сибирь, кому-то запрещали творить. Несмотря на репрессии, все они продолжили развивать украинскую музыку. Це твори композиторів, яких об'єднує тяжка доля, які не пристосувались до ситуації, а, власне, старались розвивати українську школу. І, звичайно, мусили за це поплатитися, так чи інакше. Непосередньо проект «Consolation» можна взагалі назвати «зеркалом української історії», тому що все реверсивно, все циклічно, все має свойство повторятися. Тому особливість в тому, що можна почувствувати, що переживає зараз Україна, іменно благодаря цій музиці. Организаторы говорят, получили высокую оценку за рубежом. Прониклись этой музыкой и сами исполнители, хотя признаются, играть ее порой было непросто. Это сложно, потому что здесь много эмоций. Музыка требует глубокой вовлеченности и глубоких эмоций. И некоторые вещи были сложны технически. Но с другой стороны, я получил большое удовольствие. Так что было не так уж сложно. Участники проекта хотят и дальше распространять украинскую музыку в мире.